Каждый день жизнь дает нам тысячи разных возможностей. Возможность измениться, возможность исправить свои ошибки или возможность начать все сначала. Главное не упускать эти возможности. Ведь может получиться так, что второго шанса судьба уже не даст. Самый ценный шанс, который нельзя упустить, это шанс жить. У Сергея была очень тяжелая ситуация. Казалось, что у него не будет этого самого главного шанса – жить, но он его выбрал. Еще в 2019-м Сережа узнал, что у него рак 4-й стадии. Врачи сделали все, что смогли, а затем варианты закончились. Но сдаваться молодому парню было рано. Он стал искать врачей в других странах, и ему удалось найти клинику, которая взялась за его лечение. В ходе сложнейшей операции была удалена основная опухоль в мочевом пузыре, а в дальнейшем Сергей прошел курсы химии, направленные на борьбу с метастазами аденокарциномы в мышцах живота и мочеточнике. В 2021-м врачам удалось справиться с рецидивом и добиться стабилизации, а в марте 2023-го опухоль начала быстро расти. Требовалось срочное лечение, и Сергей снова отправился в корейскую клинику. Туда, где ему уже однажды спасли жизнь. Несмотря на тяжелую ситуацию, у Сергея хорошие шансы на победу. Корейские врачи сделали пластику мочевого пузыря и правого мочеточника. В ходе многочасовой операции был удален рецидив опухоли и вместе с ней пораженные мышцы. Медики внедрили хороший имплант, который заменил функции мышц живота и сальника. Все жизненно важные функции были сохранены. Но такие операции редко проходят без осложнений. Ослабленный химией организм не всегда может справиться с такой нагрузкой. Сергею тоже пришлось пережить последствия, и стабилизация состояния повлекла за собой дополнительные расходы. Лечение за границей стоит очень дорого. Сережа начал сбор средств и до сих пор пытается закрыть долг перед клиникой и вернуться домой. Большая часть пути пройдена. Сергею провели несколько сложнейших операций. Общими усилиями за них удалось рассчитаться, но не полностью. Динамика сейчас положительная. Основное лечение завершено. И после оплаты счета Сережа вернется домой. Сейчас это его самая большая мечта. До закрытия сбора осталось еще 760 тысяч. И это совсем немного по сравнению с начальной суммой сбора – почти 6 миллионов рублей. Сережа каждый день благодарит всех, кто ему помогает, и верит, что добрые люди не бросят его в шаге от финишной прямой. Спасибо, дорогие друзья, что вы меня поддерживаете, помогаете, не оставляете одного. Я вам очень благодарен.